68-й урок греческого, и это последний, когда я использую ассимиль, потому что последние 9 уроков я по другой схеме буду делать. Я буду с одной стороны малинаускине, а с другой стороны разбор конкретных текстов уже Нового Завета, чтобы завершить уже практикой все это дело. Текст называется «Какое-то чудовище», вот «Дейнон Ти», и в основном, видимо, посвящен именно отработке неопределенных местоимений. Тоунти реально, фобостис, ой, псофостис, тоунти псофостис какой-то шум, сафос акуитай эндотхен. Действительно, какой-то шум слышится довольно ясно вот где-то тут внутри. Тидепоте угар сюними галегис гуаристепе. Он спрашивает, а что такое, я не понимаю, что ты говоришь, Аристип. Ну, вообще, каталабайну, понимаю, но тут такое, поскольку проходят глаголы на ми, то немножко устаревший такой архаический глагол сюнейми тоже употребляют, который тоже означает понимаю. Ал гутос гопсофос госакуйтай эксопитхен тон питхон. Какой-то шум. Но какой-то шум слышится где-то вот внутри этих пифонов, то есть этих, в которых они масло-то хранили. Это все в складе. На складе все это дело происходит, масло. И там стоят эти пифоны. Вот какой-то в них шум, говорит Аристип, мальчик, то есть говорит. Госора сукости то астма то эму. Вот как ты можешь видеть, это не моя одышка, не моя астма. То есть учитель к нему пришел, говорит, что какая-то вот одышка, этот... Ребенок ранее говорил, что нет, ничего, он устал, но у него нет одышки, а шум какой-то из пифонов, вот как выясняется уже в этом абзаце текста. Кайтуто ар алетхес, и действительно, псофос ренкно эоикос. Да, какой-то вот этот слышится шум, похожий на храп, напоминающий храп. Парадоксон тифайн и тайон. Парадокс, понятно, что-то странное. Парадоксон, вот что-то странное, парадоксон ти, проявляется вот таким образом. Что творится что-то странное, такой смысл фразы. Фео, фео, ага, ага. Гос фобумо и леги го аристипус мегале тефоне бо он. Значит, как я боюсь, госфобомес, страшно, короче, мне, говорит Аристип, вообще громким голосом, вроде как, кричит. Фэу-фэу госфобомай, кричит громким голосом Аристип, ого-ого, как страшно. Исти дейнонти энте элайо, в масле какое-то чудовище, дейнон. Вот. Ну, продолжения не будет, потому что я на этом как заканчиваю с ассимилем. Картинка к уроку. Слышу какой-то шум. Ако псофутинос. Упражнение на самостоятельное изучение. И вот там дальше идет ревизион, которое, то есть обзор всего, что мы проходили. Там различные таблички, которые я иногда тоже привожу из ассимиля. Вот интересно, что они проходили уже вот эти глаголы на ми, которые недавно были по учебнику Мэйчен. И вот они тоже табличку окончания на ми. Причем в какой-то степени на ми глагол быть тоже. Хотя он неправильный, он отдельно изучался, в какой-то степени тоже он на ми, потому что эйми, допустим. Ну и тема достаточно сложная, потому что глаголы на ми, они архаичные, они напоминают санскритские окончания, как я уже говорил. Ну и поэтому еще раз пусть будет табличка. И следующий будет уже по учебнику для семинарии Малинаускины, и будут разборы Нового Завета небольшие.